Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская экономика начинает восстанавливаться после ограничений. Об этом заявляют областные власти. По словам председателя правительства Александра Чурина, серьезно отводимых из-за коронавируса ограничений просела розничная торговля. В ней спад по итогам первого полугодия 7,5%. В строительстве 4,5%, в промышленности 2%. Были закрыты торговые центры, вот ничего не работало, поэтому это объяснимо. Но, тем не менее, с открытием и снятием ограничений экономика начинает восстанавливаться. Мы создали такие условия для развития экономики, которые позволили нам пройти очень хорошо и стабильно пандемию. То есть, это результат проделанной нами работы, это результат сбалансированности бюджета, это результат налоговой дисциплины, это то, что мы делаем. Но стоит отметить, что в регионе до сих пор работают не все отрасли. Театры и концертные залы откроются только с 15 сентября. Нельзя кировчанам посещать пока спа-салоны, солярии, массаж, детские развлекательные центры и дискотеки. Все эти отрасли включены в список пострадавших из-за коронавируса. Программа «Экономика». В Кирове банкротится аптечная сеть. Компания «Фармстиль» подала иск о самобанкротстве из-за задолженности свыше 3 миллионов рублей. Исковое заявление пока арбитражным судом не принято, сообщает ИА «Регнум». Компания занимается розничной продажей лекарств через аптеки. Зарегистрирована она была в 2011 году. Вплоть до 2018 года компания выступала в роли ответчика в 21 судебном процессе. Экономика на 101 FM. Открытие ТРЦ «Макси» перенесли на полгода. Изначально открыть большой торговый центр на Луганской планировали 10 октября, а теперь же эту дату перенесли на 1 марта 2021 года. Об этом, как отмечают инвесторы, попросили будущие арендаторы помещений. Связано это с непростой экономической ситуацией, сложившейся из-за коронавируса. Сейчас в помещении ведутся отделочные работы, идет монтаж эскалаторов, лифтов, к зданию подведены инженерные коммуникации. Договоры на аренду большинства площадей в торговом центре уже заключены. В «Макси» появится более 100 магазинов известных брендов, кинотеатр, развлекательный центр, кафе. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля 61 копейка, евро 87,4. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.